Добрый день, дорогие подписчики! Приветствую вас на канале со свежими новостями о шоу-бизнесе. Здесь вы узнаете всю правду о знаменитостях. Каждый день только лучшие новости. Попрошу поставить лайк и подписаться. А теперь к новостям. В Петербурге скончался известный певец, народный артист России Геннадий Бойко. Ему было 86 лет. Городской комитет по культуре назвал его уход невосполнимой утратой для петербургской культуры. Геннадий Бойко, обладатель красивого баритона, активно выступал на эстраде в 1960-70 годах. Он был солистом Ленинградского государственного мюзик-холла и других концертных организаций северной столицы. Геннадий Бойко часто появлялся не только на сцене, но и в радиоэфире, побеждал на различных конкурсах, например, в польском Сопоте, на международном конкурсе старинного русского романса имени Изабеллы Юрьевой и других. Репертуар певца был очень разнообразным, от русских народных песен до современных хитов. К примеру, он стал первым исполнителем песни Анатолия Днепрова «Радовать» и сделал ее настоящим шлягером. Кроме того, певец активно занимался общественной деятельностью. Геннадий Бойко долгое время был председателем президиума регионального отделения Творческого союза работников культуры и искусства, почетным председателем музыкального фестиваля «Невадисант». Спасибо за просмотр! Поставьте лайк и подпишитесь!